Как правильно сделать подвороты? Сейчас мы вам расскажем. Подворот готов, мы его называем подворот из поселка городского типа. Толщина подворота около 5-7 миллиметров. Говно полное. Это делать не нужно. А вот этот подворот, короче, мы называем затянутый. Вот, его используют обычно... Блять, кто их носит уже сейчас? Я не знаю, кто их носит. А сейчас мы вам покажем нормальные подвороты. Подвороты делаются, чтобы укоротить джинсы прежде всего. Но ни в коем случае джинсы и их лекал не нужно изменять этим самым подворотом. Это будет некрасиво. Короче, тут два раза подвернул. Нормально. Толщина подворота 2-3 миллиметра. Я тебе говорю, блядь, больше здесь я выйду. Я ругаться буду. Ну, можно такие сделать подвороты, если пиздец, прям скучно.